В далеком Кунгуртуге появился свой музей. Это историко-краеведческий филиал Национального музея Тувы. Заведует учреждением культуры энтузиаст краеведческого движения в селе Кунгуртуг, общественный деятель, а также ветеран труда Серенмах Мушко. Историко-краеведческий филиал Национального музея в основном построен на собранных материалах Серенмыш Улуевны. На протяжении всей своей общественной жизни она вместе с мужем собирала артефакты своего района и бережно их хранила, иногда выставляя на обозрение школьникам. Музей раскрывает историю Терехольского района, рассказывает об личностях, исторических событиях, а также об уникальных местах этого района. В коллекции Серенмыш Улуевны есть предметы, которых даже не было в собрании Национального музея. 4 октября в Дзунхемческом районе состоялось торжественное открытие городского сквера в Чадане, который обновляется по приоритетному проекту «Городская среда». В сквере произведен сбор мусора, покраска оснований стволов деревьев, покрашено и побелено ограждение. Проведен ямочный ремонт дорожных покрытий улиц, находящихся вокруг места отдыха горожан. Также продолжается прокладка брусчатки и бордюров, а также строительство в центре сквера буддийского молитвенного барабана. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина проводит акцию на посещение бассейна. На все абонементы скидка 10%. Также для пенсионеров действуют счастливые часы по средам и пятницам с 10:45 до 11:45 часов. Разовое посещение 125 рублей, а на 8 посещений в месяц 2 раза в неделю абонемент 1000 рублей.